Будущий студент Академии имени Гнесиных, балалаечник Александр Королев, сегодня вновь лауреат. Молодой человек удостоен именной премии губернатора. До этого музыкант принимал участие в московском конкурсе «Роза ветров» и международном состязании «Созвездие Жигулей». Везде занимал первые места. Нужно упорно трудиться, нужна поддержка, поддерживают родители. Даже если когда я не могу сам сесть заниматься, меня заставляет мама. Ей огромное спасибо. Учитель стимулирует меня. Областная премия для одаренных и талантливых детей была учреждена с целью поощрения талантливой молодежи региона для развития у детей спортивных, творческих способностей и научно-исследовательского интереса. В этом году в номинации «Художественное творчество» конкурсная комиссия рассмотрела 95 кандидатов, 15 из которых стали лауреатами премии. Победителям вручили дипломы и денежные призы. Мы отмечаем их работу, их потенциал, их возможности в будущем стать интересными художниками, творцами в различных видах искусства. Ежегодно дипломами награждают 60 человек по номинациям «Художественное творчество», «Любительский спорт», «Социально значимая деятельность» и другим. Однако это не единственная мера поддержки одаренных детей региона. Совсем скоро для ребят пройдет традиционный конкурс имени Кабалевского в онлайн-формате. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.